Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире телекомпании «Город», программа «Подробности». И сегодня говорим о том, как правильно поститься. В нашей студии Павел Коньков. Добрый вечер еще раз. Добрый, здравствуйте. Давайте мы начнем с того, что есть вообще пост, чтобы люди понимали это правильно. Пост – это особое время в жизни каждого христианина, причем не только православного христианина, христианство иных конфессий тоже знает посты и постное время. И главная цель поста – это воздержание. Воздержание ради подготовки к чему-то великому, к чему-то значимому в жизни христианина. И так же, как мы готовимся к встрече гостей, так же, как мы готовимся к выступлению, мы готовимся к принятию праздника Пасхи, Светлого Христова Воскресения. Пост для христианина ни в коем разе не ограничивается только лишь невкушением какой-то пищи. Вообще гастрономическая сторона поста излишне муссируется в последнее время, и не стоит она того. Действительно, во время поста мы стараемся не вкушать какие-то продукты, отказываемся от чего-то. В первую очередь от мяса. От мяса, вообще от продуктов животного происхождения в целом. Это молочный продукт, это мясо, это яйца и так далее. Но главное, на что должен уделить внимание православный христианин, это на воздержание своей души. Если мы во время поста откажемся от излишних развлечений, например, походов в кино или в театр, откажемся от безумного просиживания в социальных сетях, если мы откажемся от прослушивания музыки в пользу, к примеру, хороших аудиокниг или чтения духовной литературы, вот это будет настоящий пост. Если мы понимаем, что очень долго кому-то обещали приехать, или кто-то нуждается в нашей помощи, а мы все откладывали на потом, так вот потом наступило. Вот пост как раз самое лучшее время для исполнения своих обещаний. И человек во время поста должен духовно активизироваться гораздо больше, нежели чем во все остальное время. Для чего? Для того, чтобы максимально лучше подготовиться к Светлому Христовому Воскресению. Пост не является самоцелью. Мы никогда не постимся, потому что так положено, и постимся ради самого поста. Пост – это временная мера для ограничения себя, для того, чтобы не рассеивался наш разум, наше сознание от грядущего праздника Воскресения Христова. Ну вот люди-то привыкли делать все наоборот, то есть все сразу и резко. Наступил пост, значит, сегодня мы это не едим, мы это не делаем, именно поэтому и не все принимают то, что нужно поститься, это кажется очень тяжелым бременем. На самом деле, с непривычки тяжеловато вступать в пост, но именно поэтому по уставу Православной Церкви 3 недели, которые предстоят до начало поста, называется подготовительными, во время которых мы постепенно, потихонечку начинаем готовиться к посту. И вступая в пост, вот мы уже некоторое время постимся, можно сказать, что ничего страшного-то и нет. Глаза боятся, а, скажем так, руки делают, да, жизнь идет. И страшно вступать в пост только тем людям, которые еще ни разу не постились. А как только будет какая-то привычка, небольшой опыт, то страшного ничего не будет. Да, несколько меняется жизнь. Но мы остаемся прежними. Господь нам может дать в это время более чуткое отношение к друг другу и к самим себе. И если во время поста мы увидим, что вдруг в себе увидим какие-то грехи, вдруг в себе увидим то, о чем раньше не задумывались, негативное или позитивное, то если негативно мы что-то в себе увидим, мы идем и исповедуем свои грехи, исправляем свою жизнь к лучшему. В этом, кстати, тоже определенная цель поста – увидеть себя таким, не таким, каким мы хотим себя видеть, а таким, каким мы есть на самом деле. Это порой тяжело, но это и полезно для самореализации и для того, чтобы Господь сделал нас чище и лучше. Вот если мы говорим сейчас только о том, чтобы не есть какие-то определенные продукты, что делает большинство взрослых? Оно сразу меняет все продукты в холодильнике, опять же, резко. Но дома есть дети, дома есть пенсионеры, которым это может быть неудобно, вредно. Дайте им правильный совет, так действительно не нужно делать. Вы знаете, совсем недавно
в церкви приняли новый документ. Он называется «Об участии верных в Евхаристии». Этот документ говорит о том, как людям правильно причащаться и каким слоям населения правильно причащаться. Вообще, этот документ очень важен. Я надеюсь, ему будет оказано более пристальное внимание со стороны и средств массовой информации тоже. Так вот, в этом документе сказано о том, что при подготовке к причастию мы постимся. И вот о посте было сказано там, что ни в коем разе нельзя требовать полной меры поста от детей до 12-14 лет примерно, от беременных кормящих женщин и от людей, страдающих хроническими заболеваниями. Ни в коем разе этим людям нельзя поститься в полную меру, поскольку этот пост, он принесет больше вреда, нежели чем пользы. И, конечно, вступая в пост, мы должны разумно подходить и к самому посту, и вообще к духовному деланию. Необходимо принимать во внимание конкретно каждого человека. И на прощенное воскресенье каждый, подходя к священнику, мог, скажем так, урегулировать ту меру поста, которую человек может выполнить. Ведь даже для студентов духовных учебных заведений во время поста делается послабление. То есть студенты семинарии имеют право, скажем так, вкушать рыбную пищу, а все остальные мы с вами отказываемся. Но это студенты, к студентам особое отношение. Поэтому, конечно, для каждого человека нужно, желающего поститься, нужно выбирать ту меру поста, которая ему максимально соответствует. Опять же, те же студенты, им разрешается есть рыбу, но очень легко можно отказаться от увеселительных каких-либо действий во время Великого поста. Во время поста каждый православный христианин старается причаститься святых тайн Христовых. И это очень похвально, хорошо, но, к сожалению, по большей части нашего населения, нашего города, люди приступают к принятию тайн Христовых только один раз в год. Чаще всего на Великий Четверг. Лучше, если кто-то причащается в первую и последнюю неделю поста. Но это совсем не так, как положено. Это не тот замысел, ради которого литургия служится. И каждый человек, вступая в пост, должен подумать о том, что правильно ли я делаю. Тот ли смысл я вкладываю в причастие, который дается самой церкви и самим Богом в конечном итоге. И во время поста, когда мы и так себя ограничиваем, да, для лучшей подготовки души к принятию Пасхи, Светлого Христового Воскресения, каждый человек должен более активно подумать над тем, как я могу послужить Богу. Ведь пост – это особое служение. Мы отдаем, мы ограничиваем себя в чем-то ради Христа. И для кого-то очень легко поститься, кому-то очень трудно. Характер разный у людей. И каждый человек может еще более послужить Богу добрыми делами, делами милосердия, заботы о близких людях. И вот для того, чтобы пост не прошел даром, для того, чтобы пост не скатился просто в диету, что оскорбительно для христианина, не для этого пост был создан, нужно более активным образом поучаствовать в деле спасения не только своей души, но и в деле, скажем так, помощи близким своим людям. Недавно мы были в новом строящемся храме. На какой стадии дело сейчас? Когда начнется служба? Служба начнется, предположительно, в конце Великого поста. И на данный момент сейчас ведутся внутренние работы, полностью положена плитка в храме. И сейчас собираются... Сейчас обрабатываются стены для покраски и готовятся к монтажу лестницы из цокольной части в сам храм и из самого храма на клирос, на хор, который будет располагаться над колокольней. То есть этим она, собственно, будет отличаться от прежнего места? Конечно. Ну что ж, давайте пожелаем нашим телезрителям терпения. В первую очередь, пост – дело такое. Это была программа «Подробности». До новой встречи в эфире.